Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы построим базу в замечательном блоке земли в Майнкрафте. Конечно, это не база из стекла, потому что, ну, кто его знает, что может находиться в Майнкрафте внутри блока из земли, кроме земли. Ну, предположите только. В общем, да и вообще, когда эта волна с цунами ударит, вы представьте, что с землей-то произойдет. Она же все промокнет и разъедется. Короче говоря, прямо сейчас поставь лайк под этим роликом, чтобы наша база все-таки сегодня была базой. И не просто кучей какой-то непонятной грязи. Большое тебе спасибо. А также, если ты еще до сих пор не подписан на канал, то не стесняйся, просто один раз нажми на красную кнопку подписаться, и взамен ни один ролик отсюда ты больше не пропустишь. Ну а теперь заваривай чаек, готовь вкусняхи, и приятного тебе просмотра. Ну что, в какую нам сторону бежать? Так, не знаю, по-моему, вот туда вот, где вода, нет? Вода? Не знаю, я этой воды уже боюсь. Мы с вами не успеем. Там можно выбраться к дому там или что-то. Какому дому? У нас цунами идет сейчас прямо на нас. Какой дом, Нубик? Какая так, вода? Надо от воды знаю, бежать, туда, шарахаться туда просто как только. Сейчас посмотрим. Так, я вижу дом какой-то. Впереди, смотрите, гигантский просто какой-то я дом. Не я вижу. Не знаю, что это такое. Я же говорил. Стоп, это блок из земли? Такого размера большого, смотрите. Реально блок из земли. Вау. Офигеть, можно. Откуда он такой взялся-то? Так, у нас, походу, выбора не остается. Что, будем прям в нем закапываться? Давайте попробуем. Это лучше, пойдемте. Чем цунами вообще. Побежали, побежали. Я только боюсь, представьте, когда цунами объединится с этим блоком. Все же растворится просто. Мы с вами не знаю, да, будем там как намокнет, и все. Червяки она какие-то намокнет, будем там. И вода просто как губка в ней растворится. Вот именно. Вот так, именно. Пойдемте вход искать. О, слушайте, походу что-то намечается. Я так и знал, то, что в блоке земли так. Обязательно какие-то эти будут. Там паразиты какие-нибудь, я не знаю, вы слышите эти звуки? Это, фу, как-то противно даже, может не будем все-таки туда заходить? Не знаю, тут еще и все заколочено, слушайте. Че, где вход-то будем делать? Так, Тёш, ладно. Насквозь, давайте аккуратно, смотрите, сейчас я аккуратненько тут все сделаю. Так, давайте, там инструменты есть в этих ящиках? Сейчас, секунду, где ой, инструменты? Ой, я, кажется, кого-то видела, так, мелькают. Раз, два, три, получается, все, я инструменты взял, идите сюда. Я сейчас открываю давай. И просто разбегаемся, кто куда только может. Так, сначала давайте повыше, стойте, я лопату не взял. А где там лопаты не было, что ли? Так, ладно, неважно. Так, это сюда? Это ой, сюда. Я, о, там... побежали ой, отсюда, ура! Жесть просто. Смотрите их сколько. А что они не горят на солнце? Слышите, зачем? Это что за читеры? Нафиг вообще открыли это? Давайте да, лес это обратно. Ошибка. Это ошибка была. Зомби, уходите отсюда. Если что, в воду уходите. Что зомби по воде. Зомби по воде очень медленно плавают. Уводите их просто в воду чуть что. Поняли? Я поняла. Так. Поняла. Крутимся, Нуби, крутимся, выживаем как только можем. Но тут автоматы нужны, так по-моему. Это у нас тут апокалипсис. Это что такое просто за конвейер? Апокалипсис. Это лучше в цунами было резко, утонуть, резко. Чем мы, так. Мы отбиваемся с Нубиком как можем. У нас, кстати, неплохо получается. Мы по всему, почти... О, если картошка. У меня картошечка выпала. Все, картошку посадим, зато в нашей так, базе. Так, если... так. Фу, обалдеть. Уйдите от меня, уйдите. Леска, ой, живи. Нубик, мочи толпу, я леска пойду помогу пока что. Так, я тут парочку в эту воду загнала, но остальные только... пока бегут за мной. А там еще вылазит из этих. Леска, я тебе помогу сейчас. Давай сейчас. Нате вам, зомби, получайте вам сюда. Вот так вам, Нубик, держись. Если что, плавай по реке, просто уплывай отсюда. Там из этого земляного блока они продолжают лезть они и лезть просто бесконечно. Там бить, пока мы в как воде, же... Слушайте, я первый раз жалею, что вы туда залезли. Ой, все вот тут плохо. Лава, давайте прыгайте в лаву. О, давай, Леска, ну-ка, есть упали реально несколько. Получилось. Отлично. Несколько так, штук упало. Сейчас мне нужно восстановить здоровечко немного. Погоди, сейчас я сюда их переманю на себя еще. Ой, на тебе. Леска, ты что прям в это озеро какое-то, не знаю, нефтяное озеро реально упало, нефтяным магнатом резко стало. Я не успеваю. Леска, а что это за корабль, упавший здесь? Посмотрите, это что? Да, вы это видели? Такое, тут какой-то... Не знаю. А вдруг там автомат какой-нибудь лежит в ящике? Слушайте, погодите, сейчас я... Нубик, мы тут за земляным блоком нашли какой-то гигантский корабль космический, упавший, я вижу. Прикинь? Давай, иди сюда. Иван. Так, давай. О, Леска, все, Леска, до свидания. Леска уже не справилась, короче, как всегда, сейчас, короче. А Леска, Леска всегда отлетает, просто в любых условиях. Так, ну что, давай следи слушайте. За нами тогда. Нубик, будем с тобой они вместе как-то отбиваться еще, тогда. Еще. Подождите, нет, я все-таки хочу так, помочь так, Леска, вам. Давай спускайся как-нибудь, я не знаю, придумай что-нибудь. Так, я их кручу на себя пока что, продолжаю. Слушайте, я мы такими понимаю. Темпами с вами просто базу не успеем построить даже. Сейчас, подождите, я посмотрю. Нубик, слушайте, помогай. А там внизу пауков, вы знаете, сколько их? Нет, не знаю, даже боюсь думать об этом, честное слово. Я думаю, то, что мы из этих, Нубик, не знаю, вонючих зомби туда. С пауками, реально тупо у нас не получится ничего сделать совсем. Тогда отвалите вы от меня, так. Что ж такое, это бесконечное толпа зомби, если которые... Сверху, уже да. Слушайте, я нашел метод, как можно против них бороться, надо просто вокруг них я вот так вот хоровод водить. Так, все. Так. Офигеть можно. Я не верю в это. Я просто слушай, в это не верю. А посмотри, Нубик. Я пойду, короче, я в корабль загляну. Может быть, что-нибудь толковое здесь за найду тобой в этом там корабле. Целая толпа шла. Так, ой. Так. Я что это такое? Погодите.
Тут какие-то непонятные вещи в сундуке лежат, я их даже боюсь трогать на самом деле. Слушай, а там в сундуках не было оружия? Может быть, все-таки что-то лежало? Тут есть что-то непонятное, я не знаю. А у этой штуки даже патронов нет, тут погоди-ка-тика. Так, тут есть ракетные всякие лаунчеры, не знаю, всякие штуки прикольные. Слушайте, тут... Тут что-то есть, но патронов на это тут явно нет. То есть тут есть автоматы, какое-то оружие, но ничего нет. Так, а нет, погодите. Я упала внутрь! Что это такое? Погоди, как это... Что это у меня? Слушайте, у меня в руках какая-то пушка. Я бегу. Я упала сквозь этот куб внутрь. Понятно. Леска еще раз отлетела. Ну-ка, давай за леску все сделаем тогда. Все, отлично, справились. Все, давайте базу строить уже. Цунами сейчас придет, мы не успеем. Какой цунами, база? Тут бегут они за мной. Вы чего? Давайте убивать их. Я пойду. В смысле, там еще паучар у нас внутри находится вообще-то. Вот я сейчас упала на этих пауков. Надо наружу. Пауков надо наружу. Слышь, пауки сгорят просто. Отойди отсюда. Сейчас мы вместе. Что ты хочешь делать? Стойте, сейчас сделаем. Пауки сгорят на улице просто. Им надо выйти оттуда. Чего опять за материалы такие прочные-то у базы? Я понять не могу. Все. Леска, отходи. Это не я. Это пауки вылезли таким образом. Так, дайте им вылезти оттуда. Дайте им просто вылезти. Вот, смотрите. Все, смотри, они горят, видите, они просто горят, они даже ничего сделать не смогут. Правда, они прыгучие очень сильно, но в любом случае это будет легче намного. Уйди отсюда! Нежели чем в этот куб с земляной туда залезать просто. Смотри, что делает. Тебе получай, паучара. Ой, сильные, очень сильные. Слушайте, они прям очень такие опасные, намного опасные. Да, добивать можно. Они уже там подкосаны. Так нормалек. Ничего себе, прямо из земного блока мне чуть в голову не напрягло. Есть еще они там, ну-ка. Жесть, пожалуйста, можно это закончится когда-нибудь? Так, ай, я думал, это последний. Да что ты делать будешь? Отвалите от нас, паучары такие гадские. Ненавижу пауков, особенно у меня три сердечка осталось. Зомби было? Штук 50. Все, спокойно. Было, да, ой, Нубик, ты куда там? О, их много там, оказывается. Они где-то на потолке сидят. Слушайте, помогите мне как-нибудь. Они там, давайте возле входа их зажимаем, чтобы они даже не вылезли оттуда. Я так упал точно, потому что у меня сейчас ударил. Я там сердечко не повредилось. Я тебя понял. Слушайте, так, а давайте. Я отхожу, слушайте. Опа. Они почему-то не выходят. Нет, отвали от меня, паук. У меня половина сердечка осталась. Подождите, они там наверху еще на потолке держатся. Дайте просто базу построить от цунами, пожалуйста. Что за гадские такие эти? Мы уже очень много времени потратили. Надо успеть, надо успеть. А давайте мы сломаем, пусть они выскочат быстренько и все. Так, я не знаю. Ай, Нубик, спасибо, что меня завалил. Большое тебе спасибо. Это самое тяжелое. Очень сильно ты мне помог. Он прыгает на голову, уйди отсюда. Нубик, просто лучший, Нубик, просто вот лучшайший. Давайте сломаем. В отличие от вас, я просто внутрь залетел, и сейчас я, наверное, еще раз отлечу от этих пауков, но зато я хотя бы... А, нет, не отлетел, все, я победил. Куда ломаешь-то? Все, я всех победил, говорю. Боже мой. А, ну ладно, у меня есть, я заделаю сейчас, давай я заделаю. Так, давай быстрее заделывайте все. Так, смотрите, чтобы вас не обвалилось. Так, тут проход у нас будет два блока, все остальное ничего трогать не надо. Все, погнали быстрее за инструментами, давайте, понеслась. Мы с вами времени потеряли, не знаю сколько. Я, честно говоря, даже не хочу там выживать, мне как-то неприятно после этих пауков. Так, лопата, вот она лопата у меня. Так, что касается всего остального, тут есть какие-нибудь, получается, у нас... А, я понял, все нормально. Я думал, что тут ничего нет уже. Так, я вот это все заберу. Да, так. Таким что образом, и да вот таким образом. Очень много тут всяких, попадает, получается, деревянных блоков. Тут какие-то ракеты есть. Кто хочет, возьмите себе ракеты. Просто они себе применения не нашли в конечном итоге. Офигеть, мы сколько с вами потратили просто на то, чтобы зачистить эту территорию. Да не говори, я вот сейчас смотрю в небо, мне кажется, уже цунами на подходе совсем. Возможно. Так, что нам надо еще? Что нам надо еще? Боже, я запутался. Лестница, мне нужна лестница в срочном порядке. Забрали? Нет, других так, ящиков, лестница. Что там? Кстати, там стекла лежат, которые маскировочные. То есть изнутри будет видно все, но снаружи не видно будет вообще ничего, что внутри происходит. Так, это, конечно, вижу. Плюс. Ты заберешь, не брачек? Так, стекла я сам буду ставить. Стекла зачем? Я сам буду ставить. Ударь. Что? Надо. Ударь. И какая что? Даль, Нубик? Еще. Ты что там? Куда смотришь? Что происходит? Нубик сегодня какие-то странные наклоны. Он да непонятные, да, он произносит непонятные слова в произвольном порядке. Нет, что-то мне непонятное. Здоровье было выздороветь. Ты за... Здоровье Боже выздороветь. Мой. Ты знаешь то, что все с ним понятно, короче. Нубик, ты совсем сумасшедший какой-то. Я что? Еще спрашиваю, в принципе. С ним и так все понятно. Леска подтвердит, так. Короче. Да что? Давайте. Залезайте, так, помогайте мне строить. Держите, блок взял, пошел вперед. Давай, Леска, я давайте, тебе блок давайте. Скинул. Нубик, это блок Лески был. Че ты опять тут взял его куда? На, полетай вниз немного. Леска, подержи. Нубик опять ноет, понятно все. Давай, соберись уже. Балаган происходит, реально. Ноешь постоянно только. У тебя, кстати, сопля из-под носа торчит, Нубик. Зачем бить-то? Мне так мало сердечек. Ну, не знаю, чтобы они у тебя восстановились скорее. Вот так-то. Так, да, все, давайте. Погнали. Это быстрее. Нам надо еще огородик снизу обустроить. Я сейчас огородиком тогда займусь.
Нет. Там, кстати, я видела, очень много было и семян, и всего-всего. Да, там много было всего. Хотя первым делом я, наверное, все-таки стеклами займусь. Я сейчас сделаю отверстие для стекол. Вот, вы их не заделываете только. Вот. Хорошо. Так, здесь все так бацим, бацим, бацим. Все, на втором этаже можно себе сразу начинать строить, короче. Не знаю, что тут будет строить, так, интерьеры, вот эти все. Времени крайне мало. Так, все. Так, я сейчас выбираю, быстро, где будут стекла у нас. Стекла будет, во-первых, здесь. Тогда и вот здесь по кругу. Так, ножниц у нас нет, придется сломать все лопатами. Так. И, кстати, да, сверху у нас, вы не видите, у нас дефект там сверху что? Находится. Это я пробивалась. Вы, если цунами так, извините, начнется, получилось, то это у нас там затопит все. Надо не забыть, главное, только это все починить. Так. Ну, Бек, давай во все углы тогда расставляй таким образом. Так, раз, два, три, раз, так, два, хорошо, три. Хорошо, светло так стало, молодцы. Да, получше стало. Так. Намного получше. Так, и супер какой-то непонятный прочный блок в земле. Видимо, какой-то засохший элемент остался. Да, я не знаю, как это не... назвать. Может, еще. Глина, я не знаю. Так, сюда. Так, раз, два, три, здесь еще отступим. Что тебе? Да, вот я не знаю, посмотри там в ящиках, что-нибудь осталось или нет. Кухни нет у меня. У меня есть вот такие. На короче, улице, Нубик, осталось. Иди тогда огороды делай реально, короче. Потому что я пока стеклами буду заниматься, давай, и всем остальным. На там есть вода, по-моему. Взять. Не забудь, ну, давай, только давай, мотыгу хорошо сделать. И... Внизу, да? Вернее, не сделать, а взять мотыгу не забудь. Да, там все в ящиках лежит, по-моему. Там дерево можно посадить, по-моему, костная мука там еще была дополнительно. Хорошо. Так, с двух сторон. Короче, что и можно еще нужно сделать? Дерево. Давайте одно окно сделаем вот с этой стороны. Как я буду делать сам? Получается, то место, где... Дай хотя бы какие-то блоки для того места, где у меня растения будут. В смысле? Берешь мотыгу, мотыгой выкапываешь немного. Что там тебе делать-то? Так, там же есть это, ведра с водой, по-моему, даже я были, понял, и все остальное. Так, сейчас а тут я по-быстрому. А нету. Ведра с водой есть там. В смысле, там должны быть в первом ящике, они были, я видела. Смотри внимательнее, все пропускаешь. Стекла только не трогайте, все, я выхожу, иду за стеклами. Я увидел. Так, тут дофигища. Так, ну, что-то ты криво лампочки поставил как-то. С одной стороны выше, с другой стороны ниже. У тебя там, а, у тебя же глаза кривые, точно. Так, все это забираем. Короче, стекла просто крутейшая штукенция, по-моему. Так, да, и никто даже не поймет снаружи то, что у нас внутри находится целая база. Нубик, а сделай нормальные эти светильники, что у тебя криво висят на первом этаже. Ладно. Как это непонятно. Так, все. Так, мне придется, получается, стекла ставить вот таким образом, потому что по-другому никак. Придется как так строительные такие мостики делать, потом я их сломаю отсюда. Так, развернись. Так, вот отсюда и вот отсюда. Развернись. Все, так, что топор нужен. Я, дурацкая страна какая-то. Так. Нубик? Ты только вернешься или нет уже? Нубик? Все, готово. Что? Чё с тобой? Что? Что? Я не знаю, Нубик, с тобой всё нормально? У меня? Да, что? А, ну все тогда ладно, все тогда в порядке. Не знаю, просто спросил. Лады, так, мне еще с этой стороны осталось, и получается с левой стороны, с противоположной. Вообще максимально неудобно ставить эти стекла, потому что если я буду... Стоп, что? А что такое? Уже цунами что? Пошло, вы как издеваетесь, что ли? Я же подождите, даже не успел ничего сделать. Так? Так, резко. Скорее, давай ставь. Чё, давай чё мне эти тут стекла, это? Выкидывай сколько нибудь. Не-не-не, смотри. Тут специальная технология установки ты что, этих стекол. Остался? А, в смысле? Ну, конечно, снаружи. Надо тут доделать все по-быстрому, чтобы нигде ничего не висело, и все было максимально красиво. Так, стекло какой ломайся. Какой красиво сейчас смоет нас всех, как я не знаю. Я не успею. Слушайте, а где двери? У кого двери? Двери нужны, двери срочно нужны, сундуки сейчас я накроет. Я поставил уже. А, уже все отлично тогда. Так, тут еще паника, инструменты, паника, люки остались. Что творится, ай, да? Что делать, Леска, мы не успеваем. А, все, поставил дверь, молодец. Где так, вы там? Забираюсь, давайте сюда. Забираюсь выше, Леска, я успеваю. Почему? Я что должен успеть. Так, 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 вещи тихо, спокойно, я спокойно. Какие сажаю, мистические вещи? А так, они это сюда, это сюда. Так, таким образом, где у нас получается. Ой, да что ж я опять сделал-то? Не то что-то непонятное. Ой, все, затыкайте все, крышу. Крышу затыкайте скорее. Крышу нужно заткнуть, самое главное. Сейчас у нас вода затечет туда. Так, ну-ка, отходите в сторону. Сейчас я все сделаю, сейчас все сделаю. Так, пока что доски временно поставим. Все, успел, я успел, я успел. Так, с этой стороны нужно тоже стекла поставить. Так, раз-два, раз-два. Есть, обалдеть. То пауки, то эти. Вообще ничего сегодня не успел. Ой, идет, идет сюда. Леска, я не успел. Или... Ай, все, все, нормально, нормально, я успел, зайдешь? Я успел. Да-да, все, зайдешь? Смотри, ой! Все, я заколотил, уф, заколотил, все в порядке, все будет жизнь нормально. Жизнь прям в меня пошла. Так, а, сейчас, вот все, сюда, это сюда, это сюда. Как ты зайдешь? Я через съела дверь зайду, которая снизу находится, все, неважно, на эти доски, пофигу уже. А, так, а, понял, так, ладно, стеклянные двери у нас будут, короче, получается вот такие. Зайти? О, какие они страшные, да, я внутри, так, все в порядке. Я думаю, то, что мы успели... Я просто офигел. Ух. А что у нас? Смотрите, у нас земляной блок-то развалится сейчас с вами. Где? Намокает уже? Ну смотрите, он цвет меняет. Он белый какой-то весь цвет стал. Меняет, да? Слушайте, я сразу вижу. Светильники кто-нибудь дайте, у нас так тут темно, как в погребе. Подождите. Каком-то. У нас ни лодок, ничего, по-моему, нет. Ну, да, дай светильники какие-нибудь. У тебя же там это целая база со светильниками. Стопьте, подождите.
Давай быстрее. Я сделал верстак. Можете лодки Нубик, делать. Да, давай светильники сюда. Так. Нубик, ты вообще мастер-профи, я смотрю. Да, он там настоящий. Нубик, дай светильники, пожалуйста. Пожалуйста, быстрее. Паника. Давай, давай, паника, давай, ускоряйся, ускоряйся. Я ему тысячу раз повторяю, у меня какой-то верстак что-то говорит. Да что? Там у вас происходит? Что, что? Нубик, голову надо включать, так, а не штокать там постоянно. Я вообще-то грядки и верстак сделаю. Все, все, молодец, молодец. Строй свои грядки вонючие. Надоел уже. Так, все, здесь есть, здесь есть. Пока что все не так уж и плохо. Я думал, то, что будет намного хуже. Пока что мы живем. Начало-то какое было бешеное. Так, что я делаю? Помните, так, сейчас вот так сделаем. Начало было просто бомбическое. Так, вообще, Леска, держи тебе лодку. Нубик, держи тебе, получается, лодку. Одна лодка мне. Так, тут я все убираю. Отлично, так, смотрите, что у нас по поводу еды оказалось? У меня 20... Да, ой, у меня 5 курок осталось. Нафига тебе ковер здесь? А смотри, сквозь ковер для этого трава прорастает. Прикольно. Нафига вам здесь этот ковер-то? Я не пойму, короче. Нафига тут поставили его? Короче, если что, будем спать внизу. Хорошо, а там есть да. диванчик наверху. Короче, все, по-моему, нигде никаких протечек нет. Единственное, вау, что мне вот эти доски это потолки пугают. Сделал. Что? Светильники вот я поставил, да, с этим столбом. Листья не я ставил уже. А вот, так. А компьютер? Компьютер нет, это все Леска остальное делала. Короче, Леска, смотрите. Ты так красиво сделала. У нас тут, ну, Бика, ты я, так некрасиво да. сделала огород, у тебя просто отвратительно получается всегда. Короче, нет, у красиво. Нас, да. У нас тут получился компьютерный уголок, за которым можно в Майнкрафт поиграть. Кстати, там тоже Майнкрафт запущен. По-моему, там тоже цунами идет, потому что лошади куда-то да бежать начали, видишь? Так, кстати, по-моему, короче. Наш вид вот это вот прямо из окна, так. то, что видно. И здесь у нас будет, получается, бочки с едой, с водой всякой там. Здесь у нас диванчик, радио есть. Так, а, кстати, еще телевизор-то подожди, где у нас действительно? Что-то я смотрю, а телевизор-то нет. О, Нубик, смотри, так. твой любимый этот мультик. Нет. О, да, смотри, вот. Там реально мультики тебе показывают. Где? Ура! Все, ну, тебе пора. Слушайте, уже это на горшок. Ну чего, что-то. По-моему, получилось неплохо. Пойдемте попробуем, наверное. Я, кстати, в ванной могу тут поваляться даже вот таким образом. Так, ну что, погнали тогда, наверное, попробуем всплыть, посмотреть, как наша база да. выглядит с высоты. Получается. Так, всплывать будем со стороны дверей. Лодка, так что давайте а воздух побольше набирайте. Лодки. Я да, не знаю, я отдавал. Идем, я тебе дам, я всем лодку отдавал. Держи. Так, все, я выплываю. Смотрите, как светло. Открываешь дверь, просто светло. Я поплыла! Все, давай, поплыли скорее. Так, я сначала на первую ступень тогда воды, чтобы точно успеть всплыть, потом на вторую сразу поплыву, потому так, что тут очень большая высота. О, я наверху. Глубина. Так. Так. Слушай, а как ты на не... вторую нет, сквозь, ты еще, да? Нет, ты еще не на самом верху. Смотри, вот так на лодку а садишься, короче. Моя? Я не знаю, что он делает с своими лодками. Вот Нубик, лодка чья-то плывет, смотрите. Нубик, хватай, успеешь? Я сломал ее, я сломал, ловите ее там. Ловите ее. Я уже всплыл. Я уже всплыл, все, со мной все. Да у меня лодка, я хотел поставить. Ну все, Нубик опять плачет, как всегда. Что ж такое-то? Что такое вечно? Нубик, у нас, ну ты нубятина. Ну, смотри, ну, я сделал две лодку. Нужна. Да на свою лодку, все, вот у меня. Все. Сейчас, погодите-ка, постойте, погодите секунду. Вот, смотри, на две. Смотри, Леска, я ему лодку поставил, он, короче, твою лодку сломал, прикинь. Вообще без ему лодка не достанется его? Больше никакая. Уходим, Леска, не помогай, ой, не помогай ой, ему. Ой-ой-ой, Нубик, ты сегодня какой-то вообще ненормальный, радиоактивный. Земли тем временем просто превратился в непонятную разноцветную массу. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Нубик, как всегда, у нас нытик, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Я пошел серфить, Нубик, а ты завидуй. Всем пока-пока. Эй, Нубик, лови меня. Да все, пускай он там под воду уходит и а живет как там. А куда пошел-то он, я не поняла. Нубик, все, вернись пускай, к нам, пускай эй, он там будет, короче, реально. Я пойду пока что плавать вот сюда вместе ну, с этими ну, лошадьми. Нубик.